Доброго времени суток всем! На связи Соколова Анна, проект Elite InfoBiz. В этом видеообзоре я хотела бы рассказать вам про инвестиционный проект MultiTrade, который якобы знает, как зарабатывать деньги. Компания якобы приумножает свой доход, используя торговлю различными валютными парами. Здесь есть только один инвестиционный план, это 125% за один день. Минимальный вклад всего лишь 10 рублей, максимальный 5000 рублей. Проект новый, но должна сказать, что мы уже однажды делали обзор на инвестиционный проект, который назывался Bright Currency. И интерфейс того сайта был точно такой же. Отличался он только тарифным планом, было 150% за один день, а все остальное было то же самое. Здесь есть некоторые реквизиты, которые, скорее всего, являются вымышленными, потому что такой компании не существует. Если мы перейдем по ссылке ВКонтакте, то попадаем на очень интересную, в кавычках, группу ВКонтакте без каких-либо ссылок на аккаунт администратора, то есть писать будет некому. И, как вы видите, здесь только одна запись и все. То есть довольно-таки пустая группа. Также, если мы перейдем в раздел «Правила», то мы, как обычно, как уже традиционно, на подобных сайтах нам пишут, что администрация не гарантирует возврат вложенных денег, вы делаете в свои вклады на свой страх и риск. То есть, если что, предъявлять претензии будет некому, и свои деньги вы можете в итоге не получить обратно. На предыдущем сайте, который был очень похож на этот, на Bright Currency, мы делали вклад, и наш аккаунт был просто аннулирован, то есть мы сделали вклад, а когда зашли, оказалось, что мы якобы ничего не вкладывали и никаких депозитов не открывали. Сейчас я стану партнером на этом сайте. Возможно, здесь что-то будет по-другому. Проверим, платит ли этот проект. Сделаю вклад на 100 рублей. Пополню с помощью системы Payeer. Перейду в раздел «Мои вклады». Как мы видим, вклад открыт. Время уже идет обратный отсчет. Через 24 часа мне должны автоматически будут прийти на кошелек 125 рублей. Что ж, надеюсь, через 24 часа все будет благополучно, мне придет и мой аккаунт не будет аннулирован. Мой депозит отработал, как мы видим, у меня написано, у вас нет открытых вкладов, инвестировано 100 рублей, но выведено почему-то 0. Выплата должна была прийти автоматически, должны были прийти 125 рублей мне на кошелек, но на моем кошельке 3 ноября ничего не приходило. 3 ноября 125 рублей, как мы видим, поступлений таких не было. Поэтому, как и в случае с сайтом Bright Currency, который по интерфейсу был точно такой же, как и этот сайт, думаю, владелец тот же самый, история повторяется, этот сайт создан мошенником и деньги не выплачивает. Точно так же, как и в прошлый раз, нам никто ничего не скинул на кошелек, никакие деньги мы не получили и только зря потратили свои деньги. Поэтому я не советую вам вкладывать сюда какие-либо средства. Как мы видим, даже спустя 3 дня ничего мне на кошелек не пришло. На связи с вами была Соколова Анна, проект Elite InfoBiz. До новых встреч в следующих видеообзорах.